Новости. Деликатес прямиком из северных морей. Ярмарка камчатской рыбы открылась в краевой столице, в выставочном центре Ставрополья. На прилавках более двух десятков разновидностей рыбы горячего и холодного копчения. Несколько видов икры. Продукты такого качества на Ставрополье встретишь нечасто. Главное, что отличает рыбу из Камчатского края, ее свежесть и натуральность. Дело в том, что на Дальнем Востоке рыбу естественного улова не хранят, а сразу перерабатывают. Продукция, представленная на ярмарке камчатской рыбы, встретила, на удивление, очень теплый отклик у ставропольских гурманов. Ну, в принципе, не случайно, поскольку основное ее достоинство – это полная натуральность и вкусовые показатели, качество. Океаническая рыба вылавливается в экологически чистых районах, свободных от техногенного воздействия, транспортируется, не подвергаясь заморозке. То есть свежевыловленная рыба транспортируется в охлажденном состоянии, во льду, в пункты переработки. И после этого в пункты реализации уже, значит, при температуре не ниже минус 8 градусов. Выбору покупателей представлены несколько видов рыбы. Это курюшка, белорыбица, кижуч, королева лососевых, чавыча, а также омуль и муксун. Все это продукты натурального копчения на древесине яблони, вишни и ольхи, которые традиционно используются для приготовления деликатесов. Они способствуют сохранности всех полезных для здоровья компонентов. Ну, дальневосточная рыба для нас, мне кажется, редкость. Вроде бы свежий продукт, дают попробовать, все понравилось, вкусно, соли немного, что сейчас полезно для здорового питания. Ну, я взял на пробу корюшку, так как люблю эту рыбу. Надеюсь, тоже очень понравится. Качество рыбы очень хорошее. Как будто бы побывала там же, в тех местах. Я целенаправленно шла за красной икрой. У меня день рождения, ну, хочу гостей побаловать камчатской икрой. Я думаю, что понравится моим гостям. Попробовать и приобрести камчатские деликатесы можно на ярмарке в выставочном центре Ставрополья на Артема 49А с 24 по 28 мая.